Говорит и показывает Москва. С вами ваш Дедушка Мороз и, главное, ваш надежный проводник в мир будущего Валерий Соловей. Сейчас последние минуты уходящего 2022 года, и я уверен, что почти всем нам не хотелось бы, чтобы этот год когда-либо вообще присутствовал в нашем календаре. Но, к великому сожалению, дорогие друзья, наступающий 2023 окажется ничуть не лучше, а гораздо хуже уходящего 2022 года. Он будет тяжелее, болезненнее, опаснее и гораздо драматичнее. Это, конечно, плохая новость для всех нас. Но есть хорошая новость. А хорошая новость состоит в том, что в 2023 году у нас наконец-то появится возможность изменить собственную участь и решительно повлиять на судьбу своего народа и своей страны. А сейчас, дорогие друзья, я предлагаю вам вместе со мной высказать коллективные пожелания приходящему 2023 году. Чего же мы с вами пожелаем? Мы с вами пожелаем всем нам мира. Мы пожелаем свободы облыжно осужденным. Мы пожелаем возвращения на родину тем, кто покинул ее не по своей воле. Мы пожелаем утешения и облегчения скорбящим и болящим. Мы пожелаем взаимной поддержки друг для друга. Эта поддержка сейчас важнее, чем когда бы то ни было. Я желаю вам, и вы, надеюсь, пожелаете друг другу любви во всех ее видах и проявлениях. Любви к детям и внукам. Любви к родителям и бабушкам с дедушками. Любви между супругами и любви романтической. Мы живем, покуда мы любим. И, кстати, дорогие друзья, я желаю вам всем от себя, и надеюсь, вы пожелаете друг от друга, любви к самому себе. Потому что если ты не ценишь себя и не любишь себя, как же ты можешь любить и ценить других людей? Невозможно других любить, если мы себя не ценим и не любим. Дорогие друзья, все идет к тому, что в 2023 году нам предоставится возможность изменить свою нынешнюю мизерабельную участь. Но никто этого не сделает за нас и вместо нас. Нам придется это делать самим. А для этого, для того, чтобы изменить все в России и в нашей жизни, нам потребуется мужество, здравый смысл и хотя бы небольшая талика удачи. Нам придется пойти навстречу собственной судьбе, или судьба нас потащит за собой. Готовьтесь к этому, дорогие друзья. Решающие испытания впереди. А сегодняшней новогодней ночью непременно, пожалуйста, выпейте за ту свободу, которую мы добьемся, за наше будущее, которое мы обретем, и, главное, за нашу победу. Вы же знаете и не сомневаетесь, победа будет за нами. Она непременно будет за нами. С Новым годом вас, дорогие друзья!